Рассекает лед местный пенсионер Петр Васильев. Неделю назад они вместе с супругой Натальей прогуливались по парку и спонтанно решили сделать каток, когда заметили, насколько крепко замерзла в юбилейном пивоварка. Он говорит, так охота прокатиться. Я говорю, Петь, давай мы сделаем каток. Он говорит, давай. За 4 дня мы, вот, смотрите, расчистили вот этот каток. Здесь было 3-4 метра. Здесь все заросшее этим кленом, этим агрессивным американским. Вдвоем реализовать замысел семейной паре было не под силу. На идею откликнулись прохожие. Я пошла на разведку в этот парк впервые. Серьезно? Да. И... повезло мне, что они первый раз вышли, вот Наташа и Петр Петрович, и я прямо попала на них. И как мы начали здесь разгребать, пилить, строгать, а теперь еще начнем украшать. Знаете, преобразить парк я очень хочу, это наша молодость, это наше все. И идет одна мама с дочкой. Вика, мы говорим, они, а что вы тут делаете? А мы к вам хотим. Я говорю, ой, Вика, здорово, как твоя Виктория, победа. Ты будешь наша маленькая снежинка, победительница. Сегодня Вика тоже на катке. Вместе со всеми пришла украсить новое место для развлечений местных жителей. Я сделала фонарики и снеговика с мамой. А Наталья тем временем рассказывает о ближайших планах идейных вдохновителей нового места зимней забавы. Скамейки для переобувания они уже смастерили, накрыли самовязанными ковриками. Теперь мечтают продлить каток по течению пивоварки. Вот смотрите, сама природа нам сказала крестик. Вот хватит, вот до сюда. Мы здесь расчистим, и здесь будет такая узенькая дорожка. И представляете, так вот за ручку, под ручку, как вот мы на локомотиве ездили, помните, да? И вот так вот туда-обратно будем ездить. Это так красиво, так мило. А мы хотим здесь сделать ледовые снежинки, чтобы все было только натурально. У народного катка уже практически есть название – у Петровича. Наталья решила, вариант удачный, ведь идею высказал супруг. Кстати, здесь планируют не только кататься, но и устраивать праздники. Никакая депрессия, уверена Наталья, им не страшна. Они нашу съемочную группу зарядили положительной энергией. Ведь столько улыбчивых и веселых людей в одном месте мы давно не видели. Весело, весело, встретим Новый год! Репетиция Нового года! Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.